допустим, берете две металлических тарелки. Берете две металлических тарелки и на одной пишите «пусть мне в жизни везет», и на другой внутри пишите «пусть мне в жизни везет». Вот так складываете одну к одной, и в костре она должна накалиться и прогореть, чтобы весь костер прогорел. То есть зажгли костер, бросили туда эти тарелки, и оно должно прогореть. Желательно это делать в воскресенье. В конце нужно бросить порошок из меди, можно, а можно красную тряпку. Второй вариант. Вот проведя даже один раз такой обряд, даже единоразово проведя такой обряд, у человека начинает получаться. Вообще, вот человек говорит, у меня нет денег построить дом, но я хочу начать построить, с чего мне начать? С этих тарелок. Вообще это делается не так. Вообще их в печь вкладывают, эти тарелки, там печь прогорает, они там горят, эти тарелки и так далее. Потом с мусором просто выбрасывается. Они не обязательно должны быть большие. Они могут быть маленькие, такие блюдца металлические. И они должны быть сделаны исключительно из железа. То есть металлические, алюминиевые не подходят. И можно даже сделать так. Это могут быть не тарелки, а это могут быть две металлические небольшие. А, слушайте, все придумал. Берете крышки для закатывания, которыми не закатывали. В магазине их покупаете. Гипотетически из такой крышки можно есть? Ну а что нет? Можно. Положили хлебушек, сало съели. Все нормально. Считаешь, тарелочка, пали. После чего... На одной фломастером написали «пусть мне в жизни везет», на другой фломастером написали «пусть мне в жизни везет». Резиночкой связали эти две крышечки надписями друг к другу, распалили костер, бросили туда, дождались, когда это прогорело, и уходите. Сделали одно воскресенье, другое в жизни будет вести.